В общем, со мной приключилась следующая история. Попала я все-таки на этот кораблик, на это путешествие. И там я познакомилась с одним бразильским блогером. Зовут его Клаудемар. Он сказал, что сегодня будет какое-то световое шоу «Фонтан Монжейка». И поэтому сегодня вечером мы собираемся туда. Venga, ele está lhe amando. Ele está lhe amando acá. Tienes medo? Acá, venga, chica. Es grande. Mira isso. Paloma também.